Здравствуйте, уважаемые пользователи ТикТок. Здравствуйте. Утверждать, курение вредит вашему здоровью. Минизируйте. Да, спасибо, Малышуся. Спасибо. А, Тимон, спасибо. Спасибо огромное. Дима, давай ты этого дивизию. Чего мы сегодня блокнут? 17 всех лишь модуладов. Запарили все. Самое что делать? Заблокировать. Подтвердить. Отклонить. Заглушить. Вот. Подтвердить. Да, я был не... Спасибо большое. Приветик. Близнецы? Нет, я Овен. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. Все, Артем, без вопросов. Ты сейчас еще второго аккаунта будешь. Заблокировал? Да. Все со мной. Спасибо за лайки, спасибо огромное. Че, учите меня, поговорите со мной. Расскажи, что вы сегодня вкусненько кушали на обед. Юрий, спасибо за лайки огромное. Сейчас посмотрю, сколько ты натапал, Юрий. А зачем он бахает вообще? Сейчас посмотрим. Артема. Нет, это Артем именно. 390. Темпола. Максим, Цифронов, привет. Спасибо большое тебе за лайк. Спасибо огромное. Утром суши доел. Я вот их спрашивала, они на завтрак. А Боби, ты живешь с сушами. Что за ерунда? Почему 218 лайков? Надо подключать срочно. А, ну все, все, без вопросов. Тут ругаемся на меня так. Теперь тут вода под нами. Гаджи, спасибо. Вот я вижу лайков. Всем привет, привет. Чё молчим, я говорю? Это что такое начинается? Нормально же общались. Молчат, а там они не беседуют со мной. Строго пофиг на все копье. Ты чё по ночам не спишь, кстати? Я вчера, пока мы сидели в гостевом, раз в пять ты заходи, по-моему. Что не без обеда? Нифига, почему? Спасибо. Не молодой мужчина. Юга. 158 лайк. Спасибо огромное. Надо 3К. Ой, очень много. Какие шашки? Чего? Я им говорю? Скажи мне свое. Чего? Ты на меня чокаешь вообще? И то спасибо за лайки. Строго пофиг. Ага, конечно. Так я тебе поверила. Шашлыки. Вот, уже на русском. Девочка такая хорошенькая стала. Спасибо. Я ничего такая была вроде. Но спасибо. Спасибо большое. Спасибо за лайки. Да, спасибо большое за лайкосик. Вижу. Когда с королем общалась, плохая была. Ой. Плохая была. Топай, пожалуйста, откуда пришла. Да, забей вообще. Что-то выдало тут. О, как! Я ходил в твой профиль, пропустил, смотрел. Что пропустил? Ничего интересного, рассказывай, давай имя свое быстро. Привет, кто-то, помнишь, я обещал? Что ты обещал? Жека. Привет. Что ты мне обещал?
Спасибо за розочку, спасибо большое. Спасибо огромное. Где монетку? Спасибо. Все равно не запомнишь. Так говори! Да-да-да, вчера, сегодня уже сегодня новый день. Да говори! Блин, не тяни мне этот резину. Интриган. Потом переспрашивала, все такие ящик, виски уже профукали. Потом переспрашивай, все так ящик, виски уже профукали. Нифига. Надо пойду, может быть, зайду еще. Давай, Витя, с хорошего дня тебе. Не оторваться от мыслей щек. Милых щек. Ну нормально у меня щеки, ё-моё, вы мне сейчас заведете, и я сяду, буду такой был худой, и вы будете в этом виноваты. Спасибо большое. Спасибо, всем привет и заходит. Капец, мозолька на ноге. Что вы молчите? Вы что такие необщительные прям? Вообще капец. Я живу возле кладбища, но через дорогу. Это неплохо, а что тут такого? Я даже знаю человека, который прям на территории кладбища дом стоит. Там живет. Давай, если в следующий раз прошу, если не запомнишь, то с тебя искать. Юнир. Юнир. Давай. Без проблем. Но если я отвечу, тогда с тебя стейк. Я заказываю, а ты мне на карту скидываешь оплату за меня. Договорились? Нет, подожди, без пары это никогда дороже намного. Все, давай без пошли. Нифига, давай спорить сначала, я ж тебе говорю. Спорим, только давай тогда что-то такое, нифига ты ящик вискаря, это сколько стоит? Давай, с тебя стоит одна роза. Ты заказываешь, даешь ему номер телефона, я говорю, куда доставить, и все, по рукам. А змея ищу скорее.